Ходят кони над горою, ищут кони до водопою, а в воду не идут. Больно берег крут, не тропиночки убогой, не ложбиночки глубокой. Ах, как же коням быть? Кони хочут пить. Вот и прыгнул конь буланой с этой кручи да с окаянной. Ах, быстрая река, больно глубока. Ходят кони над горою, ищут кони да водопою, а в воду не идут, больно берег крут. Вот и первый привет нашей зимы, русской зимы. Это первые снежные ласточки. Да кому-то снег в радость, а для нас в ужас. Ребята, мы не готовы. Мы настолько не готовы, что я не представляю, как мы будем выживать. Приют огромный. Проблем столько, что можно... Я даже не знаю, как правильно сказать. Ребята, озвучу несколько. Все материалы взяты в долг. Лечение проводим в долг. Корм купили каплю, которая закончится через 4 дня. Ребята, мы выживаем чудом, и как мы живы до сих пор, я просто не знаю. Спонсора у нас нет, меценатов нет. Я очень надеюсь, что пока нет, и что однажды кто-нибудь отзовется и нам поможет. Но сейчас у нас пока никого нет. Мы живы только благодаря вам. Вы это знаете. Мы об этом говорим каждый раз. Мы живем от недели к неделе, пока хватает корма. Плюс нас достают всякие проверки. Вы себе не представляете, как это выматывает нервы. Это чудовищно, понимаете? Чудовищно. А я, ребята, я такой же человек, как и вы. Обычный человек. И иногда хочется все бросить и просто уехать и закрыться подушкой. Все, понимаете, вот если мы никому не нужны, почему я должна одна? Я понимаю, что вы не обязаны отвечать на мой вопрос. Этот вопрос я задаю сама себе. Только я не могу бросить. А люди приходят и уходят. Бросают нас очень легко. Почему, ребят? Неужели жизнь животного настолько вам безразлична? Нашему государству на нас наплевать. Я не знаю, что делать. Может быть, не надо было переезжать. Может, надо было разрешить их всех усыпить там, в Липецке. И не мучиться. Я продолжаю верить. И надеяться. Я не знаю, что говорить. Вы понимаете, когда мне говорят, Валя, надо озвучить ролик. А я не знаю, что говорить, ребят. Ну, настолько тяжело уже, что никаких сил не хватает. И каждый раз говоря, ребята, помогите. Я хочу закричать в голос. Я сейчас вам говорю, слезы текут.
Говорю с трудом, потому что больно, ребят. И страшно, и отчаяние жуткое. Больно за собак. Больно за то, что России наши законы не работают. Больно за то, что люди вокруг такие равнодушные. За то, что столько зла вокруг. А дети, эти ушастые дети, они же не понимают. Они смотрят на тебя, и все. И взрослые смотрят. И спрашиваю себя, ну почему я? А сдаваться нельзя, понимаете? Потому что у них никого нет. Есть я, есть вы. И больше никого. А они живые, ребята. Они живые. Ну вспомните об этом, пожалуйста. Глядя на снег, на холод. Вспомните об этом, ребята. Не могу больше, не могу просто.